Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. В этом ролике мы поговорим по поводу пробивания себе силы и какой торговец в этом нам поможет. Смотрите, нам, чтобы пойти в затерянный сектор, нужна 1000 силы. Да, ну, комфортно, чтобы себя чувствовать 990 силы. Речь идет о легендарном затерянном секторе. Вот, но не у всех сейчас есть, допустим, сила, чтобы туда пойти. Или там кто-то готовится в испытание Сириса и хочет себе еще поднять силу. У нас есть 989 сила, допустим, мы ее пробиваем до 990 силы. И чтобы выровнять свои шмотки под один уровень, благодаря торговцу можно это сделать. Что я имею в виду? То есть у нас идет 990 уровень силы, но не все шмотки соответствуют этому уровню. Поэтому можно их подкорректировать. Как это сделать? Все очень просто. Летите на Титан, подходите к торговцу Слоун. Вам нужна алкановая пыль. Сдаете эту алкановую пыль и, как вы видите, у нас выпадает 990 шмотка. Соответственно, мы сможем себе поднять и паук-отшельника на единицу, и, допустим, колонию. Помимо этого, и бронь себе на единицу, ну и так далее. То есть все шмотки под 990 уровень. Мы снова пробьем себе силу до 991, понимаете? То есть таким способом вы себе выравниваете шмотки. Данный торговец хорош именно тем, что он вам дает того уровня, который у вас есть сейчас. То есть вот мне дали энергетику. Соответственно, паук у меня был 989, стал 990. Очень удобно на самом деле так выравнивать. Подводя итог, можно сказать только одно. Когда вы действуете таким способом, особенно если у вас отстает какая-то шмотка по силе, вы ее хорошо выравниваете. Соответственно, получая мощные, высшие инграммы или сверхмощное снаряжение, в дальнейшем оно будет у вас более качественное, то есть более высокое по уровню силы. Этот способ, еще раз говорю, очень хорошо помогает. Единственное, вам надо запастись алкановой пылью, а также запастись терпением, потому что не всегда выпадает та шмотка. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья!